вообще прямой эфир. Слушай тебе. То есть ты хочешь сказать вот в этих 14 тысяч, 15 тысяч? 15 тысяч. 15 тысяч и один. Даже мои поклонники. 15 тысяч и чинёль. Да-да-да. Не важно, что это 15 тысяч и 100, но... Да, ну... 15 тысяч человек и чинёль. Минка, привет, спасибо большое. Не, я все-таки... Это запросы на совместную... Да. Это... А, господи. Чемодан, да, Морис, чемодан собрали, не переживай. Я только хотела сказать, кто у нас прошлый ходили мы поесть и собрали чемодан? Морис о нас заботится. Морис, мы просто ленивые жопы, не хотим никуда идти. А, это запросы на... А дальше кто-то снова пишет. Да. Вот, Светка моя сестра. Светка, привет! Ага! Я пока что не очень врубаю. Я не очень понимаю. Но, не, ну вот, видишь, это просмотра. Давайте, Морис, давай. Подключайся. О, давай, Морис, давай, камон. С нами, третьим будешь. Это очень странно звучало. Ну, Морис, ну давай. Она нас обиделся, мне кажется. Ну, Морис! Ой, нет, он сейчас скажет, ну я не буду, я некрасивый. Ну, типа, некрасиво выгляжу. Знаешь, как баба. Не люблю трансляцию. Тебя кто-нибудь спрашивает? Я стесняюсь, мне нравится. Вот это. Стесняшка. Да, мы завтра. Yes, we go home tomorrow. Fly back. Mm-hmm. We're so sad about it. Нет, я очень рад, я очень соскучилась. Я не знаю, мне тут нравится. Своему мужу, собаке, сестре, друзьям, которые у меня уже просто уже на низком старте стоят, ждут меня. Морис, я человек за кадром. Морис, ты сегодня был таким человеком за кадром, что... Ладно, извини, покручу. Совместно с Чаном Трансу, но а как это сделать, мне кто-нибудь объяснит? Да, хорошо, я не буду обещать. Да, конечно, он ушел, он же человек занятой все-таки. Друзья, вот эту хрень начала должна быть. Да. Мы, кстати, уже полчаса в прямом эфире. Даже 35 минут. Спасибо, друзья, за все поздравления. Не, Морис, я не хочу кушать. Я хочу, но мне лень. Да. Мы сейчас у себя в квартире. Сейчас еще Морис сложит ручки. Знаешь, так, пойдем. Угу. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, нет, я смысл учиняюсь. Сейчас. Это прям вообще. У меня в голове не укладывается.
Морис, Морис, вроде худое, поесть любит. Вы замужем? Она да, я нет. Сейлор Мун. Катю дам, Катя, вот она, Катя. Друзья, извиняюсь, я бы показалась полностью, но я боюсь, что вам не понравится вид, так как я голая. Не, ну может, конечно, не понравится, я не знаю. Тогда точно все подпишут на твой инстаграм. Но это план Б был, если что. Боже, загрузи. Катя, что, вы смотрели программу мужчин? Ну, лично на соревнованиях не была. Ну, мы потому были... что мы были в Японии. Да, в Японии. Но мы за них болели активно. Конечно. Очень, да. Спасибо большое. Сергей, привет. Сергей, привет. Это знаешь, написать, что мы прочитали, и получилось, что мы Сергею передали привет. Да. Сергею привет. Шо, тут было? Вот я когда прямые эфиры, ну, у меня обычно, не знаю, как это получается, может, у тебя реально 12 тысяч, и... Да. Да. И у меня просто прям куча-куча да вопросов. Да, Морис, и Морис, иди уже покушай. Да, Морис, приятного аппетита. Вот, и вот когда так зависаешь и пытаешься найти нормальный вопрос, на который нужно ответить. Да, очень неловко себя чувствуешь. Как бы неловко себя чувствуешь, что зачем ты тогда? Такой типа... Поэтому обычно я рассказываю какую-то хрень. И периодически, когда вылавливаю нормальный вопрос, я запоминаю его, на это отвечаю. Поэтому я сейчас просто хвасталась альбомами, которые... Подарили мне экзо, а тут ко мне подключился Чанёль. Вдруг, внезапно. Вот мы вернулись с закрытия недавно только. Да. Мы были в полном восторге. Это было очень круто. Ну, в смысле, по эмоциям. Да. Не само какое-то там представление, хотя тоже интересные номера были. Ну, просто сам факт, что на закрытии Олимпийских игр вживую, и это просто... И экзо. И экзо, да. И еще то, что ты их видела, и... Спасите! Извините, друзья. Знаете... Альбом подарил, да. Альбом подарил. Знаете, я про 13 лет отвечу на вопрос. Да. В 13 лет можно идти на фигурное катание, но я боюсь, что, к сожалению, вы всяких мест не добьетесь. А для здоровья обязательно идите. И для удовольствия идите, в общем, вот. Да. Алина с нами не живет. Вот. Я просто не могу на. Вот мне на предыдущие 10 тысяч окей, часа окей, отвечаю. Окей. Да, просто чтобы народ. Сколько у нас времени просто. Сейчас? Да без понятия. Да я, кстати, тоже. Я не знаю, какое число и какой день недели. Число, я предполагаю, число 25, что. Да, 25-го, потому что просто знаешь, что 25-го заканчивается Олимпийские игры. No, I don't speak Korean. What a pity. Вопросы. Что слушаете по моему кей-попу? Ничего. Я лично ничего. Спасибо, так приятно такие да, комплименты да. читать. Экзо хорошо пахнет. Хороший что? Вопрос. Хороший что? Вопрос. Очень... Я даже меня это в ступор поставила, просто я не нюхала. Извините. Не, ну как, понятно, ладно. Хорошо, девочки, мне ответьте. Леночка, Леных, привет тебе от нас большой. Я вижу, что Лена, да, Лена тут, да, Леночка. Леночка, привет. Я к тому, что знаешь, как ответить на этот вопрос. Не воняют, друзья. Неловко. Неловкость. Хорошо, что я не на крыше. На русском.
Леночке тоже вон передают привет. Сколько сегодня знаменитых людей меня смотрит. Вообще охренеть, это вообще... в шоке. Мне никогда такого не добиться, но ладно, мне в этом счастье. Но я за тебя рада. Ты можешь брать мой телефон и включать прямую трансляцию. Знаете, как народ будет офигеть? Женя в эфире. И потом Боброва такая, друзья, здравствуйте. Да, и такие, что происходит? Кто здесь? Я просто читаю периодически вопросы, а кто с тобой, а кто с тобой. Это секрет. Я, да, секрет. Спасибо большое. Speak English, please. Не, мы, конечно, можем на английском говорить, но... На другие не поймут. Женя уже 40 минут рассказывает. Про встречу с эхо. Я читаю этот сам Макса Фрай, и там именно так называется эхо. Город. Да. Может быть, город называется Эксо. Ты знаешь, нет, я спрашивала у сестры, которая перечитала второй раз все 19 книг, и ее муж, и я их поставила в ступор, потому что, а может быть, ехо? Почему эхо? Ну, пишется, потому что с е. Mm-hmm. Не всегда, но пишется с е, и ехо, может быть. Не знаю. Ладно. Рассказать. Меня завели в гримерку. Гримерка была очень маленькая, они все стояли вот так полукругом. Меня завели, я закрыла руками лицо, завизжала, как сосен-фанатка. В общем, не поверила, конечно. Марьяна Ро, которая... Привет! Что-то меня прям очень много народ сегодня смотрит интересного. В общем, зашла, завизжала, запрыгала. Они немножечко не поняли, наверное, мою реакцию, потому что, все так среагировали, знаешь, спокойно. Типа, я зашла, заорала, и все таки стоят, кто это? Потом я... Между прочим, я от всех фанатов русских, фанатов Экзо, сказала им большое спасибо, потому что я знаю то, что нас просто безумно много. XL, мы большой фэндом. Мне кажется, они к такой реакции привыкли. Мне кажется, все девочки да. Я на самом деле думала, что я буду исключением. Нет. Я так же вещала, как и все. В общем, да, ребят, я и от вас тоже, от вашего лица посмела поблагодарить их, потому что на самом деле нас много. Сколько ты слушаешь кей-поп? 2 года? Я не видела его комментария. Покажите мне его комментарий, пожалуйста. Очень нравится короткий танец у Кати Димы. Спасибо, друзья. Ура! Нам тоже. Особенно, когда мы хорошо катаем. Москву мы прилетаем завтра, друзья. Да, мы вылетаем завтра. Во сколько? Сколько у нас? У нас в 5:30 утра завтра автобус. Как вел себя Дио? Точно так же, как и обычно. Очень спокойно и молча. Знаете, друзья, я тоже думала про сохранение эфира, но, к сожалению, когда сохраняешь эфир, только слышишь, как ты балаболишь, а комментарии уже не видны. Вот. Да, это... Даш, Спиридону Дашка, привет! Дашка, привет! Дай метеору. Я же так понимаю, это которая гимнастка наша, да? Да, Дашка. Даша, я так хотела с тобой познакомиться, когда было представление одежды за спорт, но в итоге, как-то постеснялась подойти.
Надо будет как-нибудь вместе сходить в кофейню. Я за любой кипиш. Кроме голодовки. Поэтому в кофейне. В кофейне. В кофейне. В кофейне. И Кате в личку тоже киньте, пожалуйста. И подпишитесь за меня. В общем, мне и Кате в личку киньте, пожалуйста, его комментарии, потому что мы ничего не видели. У нас есть свободное время? Да, у нас есть свободное время. И а чем мы сейчас занимаемся? Да. Мы грубим свободное время. Как вел себя Сихун, точно так же, как Дио, спокойно и молча. Я думаю, просто ребята настраивались на выступление, поэтому они не скакали, не уезжали в окружение, хотя, мне кажется, они бы тоже это сделали. Да, ну никто бы это не делал. Лизочка, привет. А? Ты меня будешь выгонять. Чего? Я тебя выгоняю? Зачем? Ну, а как же пиар? Если правильно, это самая Адель смотрит, Адель, к тебе тоже большой привет. Нет, они не спрашивали, кто мой любимчик. А, ты... Ты сына должен только быть...